что если все гоблины? Кто первый добежит до базы, тому огоним. Ехала. Смотри, побежали, побежали. Давайте, пацаны, ну-ка. Гоблини, вперед. Вот так сделаем. Гоблины, вперед, забайтил на рапиру. Хорошо. Жесть. Как они забайтились на эту рапиру. Гоблини, вперед. Опа, прям в мины. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видеорубрики «А что если?». А что если все гоблины? Будет ли это веселая катка, так как гоблины вообще по Warcraft это смешная такая раса, да, которая веселая, фановая. И сегодня мы посмотрим, насколько это будет у нас все весело. И я, если честно, очень хотел сыграть на минёре, на гоблинах, да, но, наверное, у меня сегодня не получится сыграть на минёре, потому что... у нас так получилось, что на Тинкере никто не может из подписчиков, и это немножко, так сказать, ну, проблематичная тема, но не суть. Смотрите, у нас тематический ролик. Какой у нас будет пик? Вот кто-то вот берет его химик называет. Ну ладно, сделаем ре, ничего страшного. Итак, ну что ж, сделали мы фастичем ре. И, к сожалению, такое бывает, когда подписчики так немножко безответственно относятся к написанию видосов и немного оттягивают время всех ребят, которые находятся в лобби, и это довольно-таки не очень. Ну что ж, у нас, в принципе, стандартная игра начинается. У нас сегодня в пуле, я так и не договорил, у нас сегодня алхимик, аризрак, потом у нас в пуле идет еще клокверк, туда у нас минер и тинкер еще добавляется. Это очень-очень... жесткая тема и довольно-таки интересная тема. Я надеюсь, это видео понравится вам, потому что это забавно. Это просто должно быть забавное видео. И гоблини вперед будет здесь. Это видео будет называться в целом гоблины вперед. Чисто гоблины вперед. Первым пиком у нас берется алхимик, крайними пиками у нас берется минер. Да, минер сразу на ФП зачем-то взялся. Ну, ладно. Ладно. Ладно, ох, что ты инвокер задушит. Ну, посмотрим, посмотрим. У нас тинкер. Тинкер в пуле. Тинкер в пуле. Клокверк есть у нас. Минер. Алхимик заходит. Алхимик. Магнус. Магнус гоблин. Жесть, Магнус, конечно, лютый гоблин. Лютый гоблин. Ну и тинкера, я на тинкере пойду. Ну, как, если честно... Если честно... Тинкер... Да, я на тинкере вообще не выиграю, ребят. Я играю в плюсовых КДА, там убиваю, да, но не могу выиграть. Вот реально. Ну, на этом видосе попробуем выиграть. Ничего страшного. Тайтхантер, это не гоблин. Ризрак гоблин у нас есть еще. Я мастер на все руки. И остается у нас Ризрак. Ну, я, честно, не знаю сегодня, получится у нас выиграть такой пик. Там очень жесткий пик. Это инвокер. Это... Очень не люблю инвокера, потому что инвокер, он сам по себе такой персонаж, который в лейт-гейме почти не контрится. Очень тяжело контрится. И посмотрим. Посмотрим, как это все будет. Кого бы взять, парень пишет, и берет Ризрака. Итак, у нас гоблины вперед. Гоблины вперед. В общем, наша задача, это, конечно же, просто задушить, попытаться выиграть. Так, там взяли Пугну. Ну, Пугна прям против меня очень сильный пик. Против меня прям очень сильный. Ну, посмотрим, как все будет у нас обстоять. На тинкере побегаем, посмотрим, как получится. Так, let's go. Через нулик. Хилочек, нулик и хилочек, и погнали. Let's go. Нулик и хилочек, и погнали. На миду у нас будет, по идее, заруба против инвокера. Попробуем его передушить. Передушить себе куру купим. Пойдем, алхимик вообще нужна монетка. Где у нас алхимик? Алхимик внизу. Ну пусть они там, минер пусть ставят. Сюда мины ставь.
Вот так, да, точно, мины. Забрать минер. Можно я сразу мутик ему выпишу, ребят? Очень хочу шестому слоту выписать мут, потому что в лобби очень много парень писал. И некомфортно, конечно. Он сейчас опять будет здесь писать. Разбань, не разбань, вот это. В общем, предыстория. Человек обосрал меня в комментариях, обосрал меня на стриме, говорил, какой я конченый и тому подобное. И в итоге получается такое, что... сейчас просит разбана. Чтобы вы понимали, ну, как минимум, это очень странно. Понимаете, ребятки? Понимаете, я думаю. Смысл понятен. Ну, и, в общем, разбанивать я его не желаю никакими моментами вот этими, потому что, ну, это неинтересно. Человек обзывал меня, да, и получает. Ну, не хочу об этом, не суть. Короче, наша задача, фармим. Желательно вардецкий бы еще на медочек, но вардика, к сожалению, у нас нету. Это очень плохо. Очень плохо, ну, посмотрим, поиграем, постреляем, поластхитим пока что. Пока что поластхитим. Поластхитим. Опа, хорошо. Очень жалко, что у меня варда нету в миду. Не знаю, ребятки, забрали. Друзья, не забывайте, что это фановый видос. Обязательно поставьте лайк, чтобы просто у вас также добавился немного гоблинского такого мотива в вашей душе. Гоблинский мотив, чтобы появился. Просто я ничего не боюсь. И поехало. О, стики есть. Поэтому спасибо, ребят, всем, кто поддержит. Не забывайте еще подписаться на YouTube, чтобы не пропускать фановые видосы. А они, к слову, выходят каждый понедельник и четверг. Буду очень благодарен, если будете поддерживать. Всем спасибо, друзья. Отличного настроения. Это really очень классная тема, когда вы поддерживаете. И прям, ну, приятно, приятно становится. Не залетайте, не забывайте еще залетать. Не залетайте на стримы, как обычно говорю. Ну, да, в принципе, что на стримах делать? Стримы неинтересны. Не забывайте залетать на стримы. Если есть желание получить немного интерактива, буду очень рад. Поэтому, друзья, вот такая вот у нас ситуация. Спасибо всем, really. Очень признателен, что поддерживаете. Так, ну, в принципе, пока что все нормально. Крипстат идет. Инвокер шокирован. Инвокер шокирован. Первое, что купим, это ботл, естественно. Это батлышка. Это батлышка. Немножко хилочек закинем. Сейчас ботл уже будет. Давай драться. Давай. Вот так на инвокере разменять хилочку. Ну там какие-то, блин, 200 хп эти, да, абсолютно. Не решат. Ну вот зато он не фармит сейчас. Зато он сейчас не фармит даже. Только что-то добить не могу. Ой-ой-ой. Так, через что будем играть? В принципе, можно сыграть какого-нибудь нестандартного тинкера здесь. Я думаю, здесь алхимик имеет возможность мне немножко подпулить. Подпулить. Аганимчик. Хорошо. Но инвокеру очень тяжело. Я его, так сказать, зажал. Зажал, ребята. И нормально. Гоблины вперед чисто. Это катка, это чисто гоблины вперед. Гоблины вперед. Надо потычковать его немножко. Только вижен бы. Но это уже с сапогом. Вот так сделаем. Инвокер уже третий расходник тратит. Надо с ним немножко понаглее. Он такое любит понаглее, когда... Минер на джель леса колотит, что ли? Ой, лол. Крипстатик идиот, хорошо причем. За тавер было бы круто поставить вардик, чтобы можно было ракетами его выгонять. Возможно, через соул сразу пойдем, не через тревел. Но посмотрим, как фарм пойдет. Фарм идет не очень. В плане того, что если нету фрага, это немножко такое. Так, там хоста. Так, сделаем, пойдем прогуляемся. Хорошо. Инвокера можно будет побить сейчас. Лазер как раз откатится. Будем тычковать, тычковать и заберем. Почему нет?
Пойдем вардик ткнем, наверное, сразу. Вардик ткнем. Вот сюда. Отлично. Как Тинкер сам говорит, отлично. Гоблины, вперед. Гоблины, вперед. Так, хорошо. Это легкий был фраг, вообще жесть. Это был вообще легкий фраг. Гоблины, вперед! Это жестко. Инвокер пострадал. Так, тут добиваем. Хорошо. В соул выйдем. В соул выйдем, ребята. Так, гоблины сейчас назад пойдут, да? Походу, санстрайк был. Ага. Далеко он что-то ССшку кинул. Если честно. На топе руну он по-любому законтривал. Поэтому на топ не побежим. Подфармливаем. Промах. Гоблины вперед, там ракеты летят, плок закидывает. У меня тоже есть. Но мы где-то на 8 левеле начнем тут под реармами работать. Нормально будет. Сейчас на рунку сбегаем. 8 левел туда-сюда. У Нойкера совсем все плохо. Фига, ребята, душат там. А там Найкс еще. Найкс будет проблемой небольшой, я так считаю. Сейчас нам главное будет подойти лазер дать. Хорошо, монетка. Лазер даем, он умирает. Там вот, вот так вот сейчас подойдем. Аккуратненько. Ага, вижен есть у него здесь. Вижен есть. Хорош, но он умер. Выйдет под вард. Г. Хорошо. Отлично. Вот этот вард просто отличный вард для Тинкера. Если есть вижен, вы спокойно убиваете. Хорошо, сейчас начнем. О, Эдбан. За то, что пишет. Вот, чтобы вы понимали, тут все сидят подписчики сейчас в лобби, и это то, что он пишет, ну, это... Это, конечно, жестко. Это, конечно, жестко. То, что он пишет, это очень жестко. Гоблини, вперед! Что? Я просто засолил что-то этими ракетами. Но инвокер бан. Смело. Вот это так подписчик делает, чтобы вы понимали. Ну ладно, ничего страшного. Забаним. Забудем. Что-то я их вынес и травала купил. Это жестко. Так, ну начнем работать тогда по другим сторонам. Как-никак гоблины вперед. Ну, возможно, сыграем еще одну хатку. Но не обещаю, если ребята камбэкнут. Если ребята камбэкнут, то будет, конечно, интересней. Так интересно, меня там так прочекали сразу. Так. Смотри, смотри, алхимик гоняет. Давайте алхимику монету оставим. Пойдем здесь. Хорошо. Химик. Монета. Я оставил монету ему. Так, через что играть будем? Возможно, сразу какой-нибудь хекс выйдем. Хекс, я думаю, какой-нибудь. Хекс какой-нибудь. Догерочек. Ребята, конечно. Е забился там. Поехали. Так, ну я так чувствую, все-таки было, наверное, ошибочно. Поехали. Идти и писать этот видос с подписчиками, потому что, как вы видите, прям очень много нытья. Что-то если идет не так, как ребята планировали, то начинается вот такое нытье. Ну, поэтому вот я не хочу писать с подписчиками видосы эти.
команде, да, ребята, чтобы были подписчики по кайфу, но чтобы против не было подписчиков, потому что у них кончается мотивация, когда они начинают проигрывать, да? У них все, они такие, о, все там, неинтересно, ГГ там и тому подобное. Ну, это такое себе. Это такое себе. Хорошо, ракету успел я закинуть. Отлично. Так, у меня 2000, да, появилось? Так, ну пора брасеры покупать. Кто понял, тот понял. Кто понял, тот понял. Брасеры пора покупать. Ну да, гер возьмем. Можно было овнить. Нокер там бегает. Давайте сюда. Хорошо. Немного потанчим, ничего страшного. Главное так закинуть. И сейчас, наверное, еще агрессивный вардик. Пойдем. Угна на самом деле очень ватный. Он умер, скорее всего. Не выйдет. Хорошо. Блин, этот вард мне столько золота принес на самом деле. Очень много. Пойдет. Ракетницы готовы. Хорошо. Гоблины, вперед. Так, вардик нужно будет обновить, но мы его поставим немного в другое место. И сейчас нужно будет качнуть ульт, потому что с монопулом, по идее, сейчас проблем не будет. Инвокер в лес пошел фармить. И сейчас его найдем. И также там еще и фармит Найкс. Ага, инвокер вон внизу. Вардик пропал. Сейчас туда, наверное, сентри ткнут такие. О, где варда? Варда нет, прикинь. А варда нет. Гоблини вперед! Гоблини вперед! Ракеты полетели. Опа, хукшот еще туда же. Клок чисто не получилось сработаться у клока. В эту доту. Еще туда полетело. Еще туда полетело. Так, я на базу слетаю, и, пожалуй, нужно выключить звук, потому что ребята душат что-то. Брат, хилочек, а куда ж ты на него прям? Гоблины вперед чисто. Гоблины вперед. Жесть. Гоблины чисто вперед атакуют. Других гоблинов не имеем. Хорошо, гость сюда. Гоблины вперед. Жалко, вижена тут нет. Нужно вижен. Но мне надо клоквер, кстати, с ракеты. Ракету дает. Опа, хорошо. Так, отлично. Оп, пичку. Чисто гоблины вперед. Так, ну-ка, дай я помажу гоблина своего. Ага, нечем мазать. Вазелин закончился. Так, окей. Окей, химик радик имеет. Гоу, душить. И они там девардят. А, ракета не полетела, прикинь, я думал успею, но не хватает. Не хватает немного этого. Надо реармы качнуть. Реарм качнуть надо. Все, го на базу. Опа, хорошо, сейчас реарм качнем. Что будем первое собирать? Очень давно не собирал Bloodstone. На самом деле подумываю насчет него и почему бы и нет.
Почему бы и не сделать? Но можно сделать хекс. С хексом, конечно, будет совсем другой результат. Сразу фирст айтемом хекс. Это можно будет баловаться прям нормально так. Гоблини, вперед! Гоблини. Так вот поделаем. Пакости. Гоблини, это гоблини. Хорошо. Ребята заберут там еще. Еще 70 золота. И минер там еще. Мы пришли с миром. Ой, чисто гоблины вперед произошло. Так. Ну, оппозиции пока что вообще никакой нету. Притом, блин, там... Ребята нормальные, реально. Вот... Вообще там, в принципе, пацаны хорошо играют. Но у них, видимо, мораль. Мораль. Давай огоним, бро, вообще офигенно будет. Огоним, пушкой зайдет. Я тогда сделаю Бладстоун, если мне сейчас запулят огоним, это будет Бладстоун. Будет намного интереснее. Это будет Бладстоун. Хорошо. И это будет Бладстоун. 100%. Сейчас пойдем купим. Отлично будет. Самое кайфовое, на меня почти вообще нету контрпика. Кроме Пугны. Но Пугна должен был мид идти, чтобы меня душить с самого начала. Так, есть. Опа, инвокер сейчас взорвется. И Найкс, прикиньте, в инвокере был. Найкс в инвокере был. Так, мне нужен вот этот вот артефакт. Хорошо. Отлично. Там единственное, только Зевс может быть контрпиком. Зевс неприятен, конечно. Зевс неприятен. Так, первый плюсик. Алхимик все-таки сделает мне, да? Приятно. Мне вот интересно, зачем он зашел, рили? Просто спрошу у него. Сейчас нужно будет купить себе. Поехали. Что там у тебя? Блин, вот забавный тип. А кикнуть слабо, как будто я знал, что ты такой тупой. Блин, очень-очень сильно осуждаю данного человека. Ребята, просто дизреспект этому чуваку максимальный, потому что чел заходит, да? Заходит, и выясняется, что он там про маму пишет, про такое, вот, и типа, а чё кикнуть слабо было, блин, что за даунская логика? Прошу меня простить, но я этого не понимаю просто. Осуждаю данного человека максимально. Так, мне не нравится, что у меня бластоуны не копятся. Гоблины вперед будет? Будет гоблины вперед? Го! Гоу, гоблины, вперед! Гоблины вперед! Поехали. Гоблины вперед! О, хорош! Гоблины вперед! Офигенно! Так, пока что, наверное, не буду в тройку брать. Один из бладстончиков есть. Гоблины вперед сделали. Гоблины вперед! Ракетница. Бесконечная мана. Хорош. Задушил просто его. Чисто, ну, на перефарме сейчас убиваю, потому что инвокер нытик и мама трогатель.
Дизреспекта ему, тотального. Алхимик вообще самый такой главный гоблин у нас, по идее, должен быть. Потому что, ну, алхимик это есть алхимик. Фермер, папа. Папа-фермер. Сплэш. Хорошо там отскочило. Прям вообще красиво. Так, ну... Чувствуется, третий реарм сделаем. Сейчас будет нормально. Так, возьмем вардик. И travel 2, чтобы с клоком можно было работать. Ой-ой-ой, смотрите, это что? Как он? Подставил. Ладно. Хорошо. Сейчас Bloodstone и проапаем, и нормально будет. Ну, мана кончилась. Отходим. Мана кончилась, отходим. Но топим Noix, сейчас пойдем задушим. Гоблины, вперед! Гоблины, вперед! Гоблины, вперед! Чисто задушили. Вот они, гоблины. Чисто гоблины пришли. Гоблины пришли, они здесь. Пик. Вообще жесть, конечно, этот инвокер. Не очень. Чувак, не очень максимально. Просто не респект таким игрокам, которые заходят еще и на видео и показывают на аудиторию, да, на всю, какие вот. Вот запомните, точка, ЕР, КО, ИИИА, ИА. Поняли, да? Вот этот парень очень нехороший человек. Ух ты! Ну, палка меня, конечно, душит. Гоблины, вперед! Можно было на F4 поставить временно, гоблины вперед, но мне впадло. Хорошо. Гоблины, вперед! Взорвался. Мой маленький, мой младший братишка взорвал Зевса. Перде. Перде чисто написал. Жесть. Успел закупиться, пишет Зевс. Гоблины, вперед. Ой, там моего брата гоблина убили. Сейчас пойдем душить. Ух ты. Побегаем немного. Побегали. У меня 2000 HP, это очень много. Next Hex сделаем. Попал бы, я прыгнул. Сорян, я прыгнул, вообще там не в тему. Вообще не в тему прыгнул. Хорошо, отходим. Чисто гоблины, вперед! Неужели это первая выигрышная игра будет? На Тинкере. А то на Тинкере ни одну катку не могу выиграть. Хорошо. Ну так, сделаем. Похилили своих ребят. И гоблины вперед идут. Так, сюда. А, если честно, эта катка такая не динамичная, нигде драк нету, никто никуда не лезет. Вообще ни о чем. Не очень нравится. Не очень нравится эта катка, но мы сейчас, скорее всего, пойдем еще одну. Это такая, пусть будет разминочная. И сыграем в пабе, не будем никого из подписчиков пускать, пусть... Ну, может, кого-то пустим, кто адекватный. Но... Стараемся именно в пабе. В пабе, потому что в пабе игроки будут играть. Не будут ныть. Для них-то будет обыденность. Гоу, пацаны. Вперед, гоблины, вы чё? Так, день у нас имеется.
Хорошо. А в Хекс, наверное, выйдем. 2000 маны, это очень много. Погнали. Как меня палка эта душит. Гоблины, вперед. Я чисто от палки сдох. Палка тупо убила. Считайте, у меня 350 кост, по 400 дэмэджа, один реарм, это жесть. Да уж. Дистанционно ликвидирован. Тинкер дистанционно ликвидирован, называется. Все бладстоуны просадил. Помажу пацанов тут. Хорошо. Ух ты, ты что? Я не думал, что у него даггер есть. А, так там ливер, поэтому там даггер. Еп. Оп. Хорошо. Хорошо. Сейчас восстановимся. Ребяток подхилим. Чисто гоблины в первой катке у нас какие-то доминантные получились. Чисто доминантные гоблины. Опасные. Опасные чисто гоблины. Ребятам все раздам сейчас. И погнали на базу. Куру в магазик. Чисто гоблини. На топе толкнем. И мид пойдем сейчас спокойненько. С хиксом уже. От палки бы что-то, да? Палку, палку давай. И было бы чуть полегче. Прям не чуть-чуть даже, а намного легче было бы, потому что палка все хп сливает мне. Так, хекс забрать в магазин надо. Пойдем, распродажа. Распродажа. Хорошо. Хорошо. Погнали. Ой-о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 й, палку разобьют. Вот этому туда. А-а-а! Просто за... Сколько рейдж идет? До сих пор идет. Жесть. Такое ощущение, будто у нее рейдж секунд 10 был на Найксе сейчас. Вообще, ну что-то два раза меня задушили. Ну, в меня full focus, окей. Я прыгнул, если честно, тут как-то подъезд не очень. Ну, гоблины вперед, как говорится. Найкс в бесконечном рейдж был, вообще жесть. Пойдет, ребята, спушат. Гоблины имба. Погнали вот этого. Пойдет. Ранний хекс, конечно. Ранний хекс, конечно, это жестко. Это круто. Пойдем, вот этих ребят. Успею. Опять в меня прыгаешь. Хорошо. Вижен. Ладно. Уходим. Думал, сплэшем достанет. Жалко, тут, конечно, рейндж не такой крутой, как где-то там. Во второй доте, да, просто можно, конечно, кастануть получше лазер. Прям такая дистанция. Плюс сплэшем, но не суть. Пойдем к ребятам. Гоблини. Гоблини, этот ЕС прям в меня прыгнул. Я, в принципе, могу сзади стоять, я так и должен. Очень нагло стою. Гоблини, вперед. Так, палку разбить. Хорошо. Вижен. Хорошо, ракетницы пошли. Ну как ракеты залетели-то. Чисто гоблини вперед. Ракетчик. Гоблини вперед.
Слушайте, ну первая катка максимально неинтересная, мы по-любому еще пойдем некстовую, но в этой катке как-то вообще никакой оппозиции особо не было, ребята. Совсем ничего не сделали, очень сильный дизреспект инвокеру за то, что зашел на видео, да. Парень целенаправленно заходит на видео, да, что я знаю, что знает, что я буду писать видос, да, и вот так вот мамку, не папку, при том, что я в лобби всегда всех предупреждаю, да, ребята, уважительно, да, относитесь друг к другу и не пишите такие пакости. Нет, написал, получи бан, соответственно, а потом не проси разбан. Первая игра неинтересная абсолютно, ребят, не фановая даже, давайте пойдем некстовую, может быть, поменяемся героем и поиграем, побегаем, погнали некстовую. Так, ну что, ребята, гоблины у нас уже выехали, и как, конечно же, гоблинам не на алхимике, но это просто невозможно. О, блин, кстати, ну-ка подождите, подождите, кажется, я что-то забыл. Ну вот, другое дело, все, теперь на месте все, алхимик здесь, алхимик тут. Ребята, ну конечно же, как же без алхимика? Я очень хотел сыграть на минёре, но, к сожалению, на минёре у нас есть уже игрок, и поэтому как бы я решил сыграть на алхимике еще дополнительно для вас. Ну, алхимикам, конечно же, игр у меня очень много и на стриме, и в целом, но здесь попробуем что-нибудь сделать прикольное. Самое главное, это, конечно же, у меня все персонажи, которые находятся в игре, они аганимо, так сказать, собираемые. И это тоже очень круто. У нас есть аганимчик. А это значит что? Можно будет раздавать ребятам. Посмотрим по игре, там напикали очень жестко. Там инвокер там опять есть. Там 70 винрейт на инвокер, 3к ПТС, между прочим. Ого! Вот, и как бы посмотрим, как ребята там будут играть. И, наверное, будет интересно. Ребятки, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube-канал. И не забывайте залетать на стримы. Буду очень рад, если... Будете залетать на стримы, будет актив. Спасибо всем, кто поддерживает. Это реально очень круто, когда поддерживают и залетают на стримы. Ну, лайки, если честно, на видосы вообще почти не ставят. Не знаю почему, с чем это связано. Ну, может, контент не нравится, наверное. Я честно, немножко не в курсах. Поэтому, как бы... Ребят, спасибо всем. Буду стараться. Так, что тут, дабл миды? Что ты хочешь на инвокере от меня? Саппорт инвокер? Круто. Саппорт инвокер. Саппорт инвокер. Так, ну в С2 будет немного тяжеловато стоять, пока цит не вкачаю. Хорошо. А цит вкачали, побежали. Сначала фармим мид. Хорошо. Фармим нормально. Пусть пацаны страдают вдвоем. Раз мид, дабл мид пошли. Пусть страдают. Так, хилочек возьмем. Тут деревечко отойдем, подрубим. Хорошо, кура уже летит. Ацидик сходу. Сходу ацид. Меняем немного позиции крипов. Хорошо. Плохо, что не добил. Но против двух рейнджевиков, конечно, стоять не такое удовольствие, как я себе представлял. Ну да ладно. Это жестко. Честно, это жестко. Извращенцы какие-то на миду. Два извращенца. Не знаю, почему они пошли вдвоем на мид. Сейчас пойдем вниз на руну. Может быть, там будет какая-нибудь монетка, я не знаю. Опа. Там первый левел. Так, ну я, походу, проспал свой стак, да? Ну, посмотрим. Ага, все. Все, ок. Через что играем? Наверное, сыграем через ботл. Ух ты, там внизу убили. Наверное, сыграем через ботл. Через ботл сыграем. Пусть будет. Финкер что там делает? Нифига себе. Нифига себе, что там Тинкер делает. Тинкер! Гоблини, вперед! Неужели этот трап сейчас зарешает? Нет. Гоблины, вперед! Тинкер первого левела пошел душить, душманить. Вот это жестко, конечно, было сейчас. Но я стан качал на всякий случай, пусть будет. Сироз. Сироз печени. Не дай бог.
Не пейте, пацаны. Вы живые еще нужны. Я себе не стакаю, это единственный минус данной ситуации игровой. Так, ну ребята там душат. Ух ты, там подрезали кого-то. Да, так я себе тут и не стакнул. Ладно, тогда подфармим от ноги. От ноги подфармливаем. И выходим на мид. Одного крипа добил, и одного, походу, сейчас потеряю, да? Ну да. Ну да. Хорошо, он не думал, что у меня будет стан. Поэтому... Сейчас будет санстрайк, правда, еще нужно не попасться. У меня 200 хп всего. Всего 200 хп, это очень мало. О, ну вот так вот даже. Ну ладно. Ладно. О, и лего еще тут, нифига себе. Инвиз, братка, уходи. Пойди. Так, ну окей. Баха подработал. В этой катке хотя бы подгангивают меня. Подгангивают. Подгангивают. Ну, я очень нагло, конечно, стоял, но хотелось максимально выфармить там. Ничего страшного. Ничего страшного, ребят. Пока фармим. Пока есть возможность, фармим. Пока есть возможность, фармим. Стаков нету, правда. Так, я не буду эту кату добивать. Она мне не интересна. Пойдем сюда. Тут отсыднем. Зафармим. Зафармим, отсыднем. Прогуливаем крипов на миду. Зато здесь зафармливаем. Как круто-то, ё-моё. Гений фарма. Это я. Хорошо, монетку разогнали. Там одного крипа прогуляли, да? Тут сейчас, возможно, подфармим. Хорошо. Я думал, он останется уже. Хорошо. Лайн толкаем, уходим в лес. И так подфармливаем. У меня уже почти армлет есть, но немного поздноватый будет тайминг. Но не суть. Я бы хотел тут первым артефактом, конечно же, минеру дать аганим. Это типа, ну, крутое занятие было бы. Крутое. Так, ну 500 золота. 500 золота надо. На армлет, конечно. Мы подстакаем тут, сейчас отойдем. По таймингу все, пойдем на рунку. Ага, лего пошел. Ну, сначала оденемся сами, естественно. Монетка, блин, да как же на монетке везет в этой катке. О, вот и армлет нарисовался. Круто, круто, очень круто, что так монетки дропаются. Это нереально годно. Нереально годно. Так, по крипстату 30 крипчиков. Ну, надо 53 по-любому сделать. 53 по-любому надо сделать. Крипстат 53 крипчика должен быть. У ребяток там вроде ровненько пока что все. Хорошо, и тут подфармим быстренько. О, волки. Волка бери. Хорошо. Быстренько фарманули и опять на лайн. Пока что у ребят там все нормально. Так, одного крипа здесь теряем, но зато столько, сколько обретаем в лесу. Целую пачку забрали. БХ здесь, да? Звук услышал. Не видел по карте, но зато услышал звук. Хорошо. Успеваем быстренько забрать. И уйти. И уйти. Так, есть. Хорошо. Вот здесь сейчас подстакаем два кемпа. Так, у меня три героя в миду целых. Три героя. Это много. Или мало. Еще одну веточку успею срубить, да? Хотя мы сделаем вот, вот так вот. И вот так вот. Вот здесь проходик. Хорошо.
Руны все начали подконтривать, обратите внимание. Пацаны, молодцы. Опа, забрал сила гоблинов. Сила гоблинов. Душит. Так, 43 крипчика, да? Но маловато. Стою full free. Он страйк под ногу кинул. Улетел, окей. 46 крипов. У меня главное тут сделать это крипстат. Гоблины, вперед! Нифига, ракета полетела. В Вокера попал. Хорош. Арканчик. Отлично. Прикольно, Тинкер саппорта. Здесь играет тоже необычный геймплей. Он, короче, будет ману постоянно через реарм давать. Это нормальная тема. Интересная. Так, и тем не менее, 50 крипчиков имеется. Хорошо, два телепорта. Ферм-контора. Я ферм. Я ферм. Так, сделаем. Я ферм. Ва, ребята убивают. Кто такой жесткий? На Ризраке парень убивает. Молодцом. Хорошо. Десятая минута, вся дырка там зарастет. Дырка зарастет. Вайпер там еще фрифарме, да? Клоаку купил. Хорошо. Эх. Печалька. Ну, БХ опять. Ладно, поставим себе. Центрик. БХ второй раз приходит, второй раз я умираю. Вот это под ганги. Молодец. Дагон делает. Блин, у меня очень слабый фарм. Десятая минута, у меня просто ничего нету. Печально. Ладно, сейчас центре себе поставим. Не беда. Мид толкаем и уходим в кемп. Мид толкаем, уходим в кемп. Побежали. Пройдемся. Мионета там. Хорошо, пойдем Мионету сейчас заберем. Мионета. Оп, у меня очень хорошо монеты дропались, но я так много фижу. БХ подромливает, молодец. Убивают. Убивают, хорошо. Так, ну мне, в принципе, куру можно сюда отослать. Одинс не скоро будет. Что уж говорить о аганимах. Тэшку заберем. Хорошо. Отлично. Все, уходим. Сколько? 50 крипов-то я сделал, да, по-моему? Хотя бы 50 сделал крипов я в миду, при том, что я два раза умер, один раз убил. Но пойдет, пойдет. Все могло быть намного хуже. Меня, в принципе, не сильно загангивали. Это радует. У меня тут еще немножко есть подстаков. Это очень хорошо. Так, вы че, пацаны? Вы че? Так вот сделаем. Побежали, на топе по-любому монетка будет. Читабельно. Потому что столько она раз не выпадала. И куда идет? Куда? Куда он идет? Ты чё? Идет меня жмыхнуть эту вещь. Так, ну я монетку из-за него прогуляю. А, это был байт. Это был байт. Ух, как хорошо, что я заберу монету таки. Вы поняли, в чем прикол? Этот сатир, это был байт на то, чтобы Лего забрал монетку, чтобы он успел ее забрать. Но Лего ее не забрал. Вот она чё. Вот она чё. Вот она в чем прикол. Вот она в чем прикол. Поняли, ребят? Вот он в чем прикол. Не прокатило, кстати. Не было синергии у сатира лесного. Куда, дядь?
Я ж подстакиваю, бро. Очень странная ситуация. Ну да ладно. Ладно, фармим. Скелетики, главное, есть. Хорошо, ну радик сделали к 13-й. Очень-очень поздний радиенс. Очень поздний. Но, в принципе, мы камбэкнем. 20-я минута, все равно 5 слотов должны быть. Сейчас начнем по чуть играть. По чуть. Доминация чуть получше будет, я думаю. А в целом игра сейчас, игровой процесс состоит так, что никто никого особо не душит, я смотрю. Оппозиция имеется. Блин, зря ты тут наставляешь. Тут подфармливать буду. Ладно, постараемся как-то обходить это. Как-то вот это постараемся тебе не заруинить. Хорошо. Этих подстак. Ребята душанули там. Хорошо. Все, аккуратненько фармим. Дагерочек next там. Дагерочек next там. Пойдет. Хорошо. Что-то сегодня у нас на видео с этими инвокерами не удается вообще. Какие-то невежи заходят, рили. Не удивлюсь, если это тот же чел с фейка только. Это печально. Это печально. Так, ну дагер есть, погнали душить. Сейчас чуть-чуть поддушим, сделаем аганим, ребята. Кому первому сделаем? Так, смотрим, что у нас там. Вообще круто было бы минеру. Чтоб минер мог бы бочки лютые ставить, это монопулы, хп-пулы. По кайфу будет. Ну, пойдем. Первого вайпера прибьем. Гоблини, вперед! Найс, даггер, видели? На месте. Даггер на месте произошел. Вообще жесть, конечно. Так, вот это сюда. Хорошо. Гоблини, вперед! Оп. Хорошо, гоблини вперед. Есть. Идем здесь подфармим. Так, пак там с догоном. Блинк на месте, это я люблю. Тревел сделаем, мы дальше вагонимы. Пацанам накидаем. Пацанам накидаем. По аганимчику. Будет по кайфу. Что там, монеты есть? Нет, нету монет, да? Очень жалко. Очень жалко. Минер помогает фармить. Забрал все за меня. Ух ты. Гоблини, вперед! Гоблини. Хорошо. Гоблини, вперед! Гоблини, чисто гоблини, вперед. Залетает. Сразу. Так, там еще где-то БХшник был. Там вард. Не, бро, там варда нет. Немножко по-другому там все обстоит. Так, инвокер дальше пойдет. Давайте сюда ТП сделаем. Хорошо. Гоблини, вперед! Отлично. Так, ну что, в аганим выходим, пацанам. Пацанам аганимы. Маны нет, правда, на ульты. Вообще печалька. На ульт нету маны. Оп, есть. Хорошо. Гоблини. Чисто гоблини. Но сегодня на алхимике, конечно, чуть повеселее, чем на тинкере. Они хотя бы там, ребята, что-то... какую-то оппозицию делают. Оп! На минку наступил. Чисто гоблини. Хорошо. А еще лучше, конечно, сделать октарин. И уже с октарином быстро фармить. Быстро-быстро фармить.
Хорошо, еще монетка выпадет сейчас, да? О, так вообще в шоколаде, пацаны. Вообще я сегодня в шоколаде, получается. На алхимике. В принципе, типа первый аганим есть, но я так думаю, октарин лучше сделаю. Я буду и плотнее, и получше буду подфармливать. Да, так и сделаем. Сейчас тут толкнем. Тут толкнем. Хорошо, стак монет у нас есть. И сюда давайте. И уже сейчас тут октарин прикупим. Просто так мы будем быстрее ТП-шься по карте, забирать все. Намного лучше будет. Ну и в целом сам по себе персонаж получше будет себя чувствовать. Пойдем там на миду, надо монетки собрать. Вот они, вот они, вот они. Погнали, погнали, погнали. Ребята, надо торопиться. Нужно торопиться. Гоблини, вперед! Ух ты какой. Так, ну тут мне пригодится мой... А вот как раз таки... Хорош. Опа, и сейчас БХ вылазит еще. Рампачке даешь? Ладно. Ну не дает. Не дает. Мы сейчас его выцепим. Хорошо. Не сюда пошел. А, нет, сюда. Ага, вот сюда, вот сюда. По звуку слышу. По октарину. Куда пошел он, интересно? Так, сделаем. Вперед, гоблини! Хорошо, первый огоним есть. Блин, так и не прочекал, куда же он пошел? Он вот сюда точно пошел, по-моему, по низу пошел потом. По низу пошел. Вот не зря октарин сделал, видите? Октарин не зря сделал. Гоблини, вперед! Создавай своих крипиев. Не хочешь, да? Тогда конечная тебе. Так, первый артефакт у меня есть. Сейчас решим, кому давать. Так, у меня есть возможность. Опа! Взорвался. Хорошо. Так, у Пака там дагер, да? Нич-нич, Пака. Хорошо. Пойдет. Сразу два аганима сделаем, да? Ребяткам. Сразу два аганима. Так. Пойдем туда, там подфармим. На базу. Сейчас устроим гонки, гонки, гонки. Интерактивные, я уже придумал. Два, первые два гоблина получат аганим. Первые два. Интерактивные гонки сделаем. Ты там душнильник. Ну, задушили. Хорошо. Попрошу ребят, короче, встать в определенных местах. Ух ты. Гоблини, вперед! Гоблини, вперед! Опа, прям в мины! Вообще, что это такое? Прям в мины залетел, прикинь. Гоблины вперед чисто. Сейчас, пацанов. Парни. Парни, у нашего товера встаньте. Резко. Вот тут. Сейчас устроим им интерактивные гонки. Блин. Два аганима есть. Вот сюда. Сюда, сюда, сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Я их, короче, забайчу грамотно на эту тему. Туда резко, брат. Становись.
Остановись. Сейчас мы, короче, забайтим их. На гонке. Но мне кажется, у минера меньше всех шансов. Кто первее всех добежит? Сейчас так поставим условия. Ребята, смотрите, они забайтились, стали там. Хорошо. Парни, встаньте. Ля, побежали за этим БХшником. За БХшником побежали. Ох, что команда. Хорошо, так, ну-ка. И убежали. Гоблины вперед чисто побежали уничтожать. Товер, в товер. Жесть, смотри, что делают. Ладно, погнали. Не могу собрать свою команду. Гоблины вперед. Хорошо. Не хотят они в тавер становиться, я уже почти второй аганим нафармил. От крисы. Они напали. Нам что, стоять, типа, такие. Сейчас мы им интерактивную гоночку устроим. Жопа полыхать будет. Внимание! Кто первый добежит до базы, тому аганим. Ехала. Смотри, побежали, побежали. Давайте, пацаны, ну-ка. Кто первый добежит, тому аганим. Бегут, смотри. Аганимы по распродаже, ну-ка. Ну-ка, давайте, пацаны, кто? Ну, Тинкер вообще первый, он прилетел. Тут все моменты возможны. Клокверк добежал. Все, хорош. У ребят получилось все. Получилось. Жестко. Это было очень быстро, очень забавно. Интерактивчик чисто. Так, еще аганим не за горами. Раздаю ребятам аганимы. Хоть какое-то веселье, да, должно быть-то? Но оппоненты играют там. Причем бодро. Убивают даже что-то. Сейчас уже некстовый аганим будет. Уже некстовый аганим не за горами. Ты, смотри, спалили крип у меня. Крипы спалили. Эх, тавер там лох. Повы добить надо. Это было интересно. Хорошо. Так, еще один аганим есть. И четвертый аганим дофармим сейчас. Вот сюда. Гоблини, вперед! Хорошо. Чисто гоблини. Хорошо. Блин, ребята вообще там в кайфах. Очень плотные с этими аганимами. Пойдет. Так, и крайний аганимчик. Ребятам. На интерес просто аганим крайний сделаю. Я сейчас быстро вот вниз ТП, резенькая. Там 6 кемпов. Опа, вот тут кружочек. Хорошо, ТП-шится. Вот тут кружочек сделаем. Топорик офигенно, с топориком много быстрее фармишь. Так, тут не 6 кемпов, 5 получается, да? Они там ломать идут. Рано еще их ломать. Они еще не поняли, что такое гоблини. Пойдем подеремся, окей. Так, иксовочка. Нифига там гоблини. Гоблини, вперед. Опа. Как хорошо, что у меня хоста. Гоблини, вперед. Гоблини. Гоблини, вперед. Опа. Там Ризрак лопнул. Гоблины, вперед. Ох, красиво как. Хорош, чисто гоблины забежали, залетели, уничтожили. Это я понимаю, вот это по фанистее катка уже. Уже повеселее, вот то, что нужно для расслабления булок. Чисто гоблини, вперед. Гоблини, вперед. Это катка, что надо, по фану. Чисто самый вот настоящий фан. Хотя бы гоночки интерактивные. Гоночки интерактивные, разбавили контента.
Хорошо. Так, аганимчик есть. Так, парни, аганимы еще на базе. Еще два аганима. Тут уже без гонок, там уже два осталось. Так, у Клока есть. У кого нет? У Ризрака нету, да? У Ризрака нету аганима. У Ризрака аганима нету. Хорошо. Пойдем вот этому засунем. Оп, хорошо. И остается здесь. Хорошо. Все, всем аганимы отдал я. Аганимы всем отдал. Гоу в пятером сейчас соберемся. Гоблины вперед сделаем. Гоблины вперед, блин, на топе столько фарма, какой кайф. Ух ты, бхашник. Их уничтожил. Хорош. Так. По миду. Хорошо. Так, ну без тинкера будет не то, конечно. Да я тоже гоблин, не бейте, типа, да, на баха? Гоблини, вперед! Гоблини. Хорошо! Гоблини, вперед! О нет, только Клок, не покидай нас. Я добью тебя, братец. Бей своих, чтоб чужие боялись. Гоблини, вперед! Хорошо. Отлично. Гоблины, вперед! Есть! Работаем. Чисто гоблинское нападение. Эта катка чуть повеселее получилась. Чуть повеселее. Так, БМчик. Хорошо. Чисто гоблини вперед. Есть. Блин, на самом деле, так если по большому счету подумать, гоблины, ну, очень, очень сильный, да, у них есть очень сильный фермер, который всем аганимы раздаст, да, получается. Есть очень хороший дизейблер, это тинкер со своим хиксом. Плюс у нас есть еще минер, который может очень остро сидеть на дефе. Ну и очень сильный хардлайнер, который... Мало того, что очень плотный, так он еще и в целом сам по себе очень много вносит урона. То есть такой чисто наносимый урон вот это, да, вот чисто, как получается, чисто дающий урона персонаж. Это очень, очень жестко. Это очень жестко. Ну и, конечно же, алхимик, который также крепенький. Но мне кажется, не хватает одного какого-то физушника такого прям серьезного, чтобы можно было прям... Опа, гоблини, вперед! Есть! Задушили. Камон! Камон! Я не трогай, дай убью. Понимаю. Жесть. Так, хорошо. Good game, можно рапирку купить. Сейчас отдадим им рапиру, они камбэкнут. Рапиру отдадим, камбэкнут. Так, ну, откатится. Че, гоблины вперед, что ли? Вот они там душат. Буньк. Чисто гоблины доминанты. Минер даже мины не ставит. Мины. Че это за дело? Вообще жесть. Вообще ни одной мины не... Смотрите, вся карта. Просто. Нету ни одной мины. Вот так сделаем. Гоблины вперед! Забайтил на рапиру! Хорошо! Жесть. Как они забайтились на эту рапиру.
Ой, блядь, просто байт, изи. Изи байт был, забрать рапиру. Это жесть. Прям рапиру скинул, сразу побежали за ней. Это была ловушка. Найс, так. Хорошо, гоблины вперед там убивают, пацаны, да? Криса. Ох, успел выкинуть. О, что не за... Что не закатил ее? Так, еще раз сделаем ловушку. Ай, не могу выложить, я же ее поднимал. Все. Один раз ловушка доступна только. Пять пятьсот. Он сейчас такой, у меня баг напишет, наверное. Там под треком видно золото. Это нормально. Я так и знал, что он это напишет, а там баг. Под треком. Вражеское золото показывается. Опа. Ну, ребята, сегодня гоблины, конечно, у нас затащили. И это было очень круто. Это было очень фаново. На самом деле, в середине игры такой появился фан, рили. И это реально очень годно. Потому что это именно то, зачем я сюда, в принципе, заходил. Именно вот этот фан. Вот эти гоблины, которые просто гоблини вперед. И там колой. О, смотри, клокер прыгает. Чисто гоблин. Чисто гоблин, который пошел вперед. Бесстрашный. Один из бесстрашнейших гоблинов, это Клокверк тоже, он запрыгнул и пошел душить. Брат, я помогу тебе. Ой, дуэль дает. Прикинь, Криса какая. Оп, не ожидал, да? Наверное, не ожидал этого. Хорошо, GG. Ребят, в принципе, надеюсь, получилось фаново. Вам это видео понравится. Первая катка была немного уныленькая, тильтагонистая, да, какая-то. Но вторая катка немного повеселее. Особенно тот забег на Аганиму. Ну и в целом, в принципе, я думаю, оставим гоблинов позади. Пишите обязательно свое мнение по поводу этой игры. Да, немножко оппозиция, возможно, подкачала, но в целом видос, я думаю, получился интересный. Не забывайте поддержать его лайком и, конечно же, подписаться на YouTube-канал, чтобы не пропускать видосы. Ну а на этом все. С вами был я, Ксеназос, и до скорого.